Друзья, всем привет! Хочу сегодня поделиться с вами такой придумкой, небольшим изобретением. Может быть, конечно, кто-то что-то подобное использует, вот я не видел, но искренне считаю, что это вот такая новинка, такая придумка. Значит, многие, безусловно, используют на рыбалке якорь, при рыбалке с лодки, якоря. Вот, мне, конечно, больше нравится камень с сеткой, вот. Но иногда приходится использовать и якоря. Вот, в принципе, как в основном происходит крепление якоря, то есть к этому уху привязывают шнур и, соответственно, все готово. Но очень велик шанс того, что якорь зацепится и его уже никогда не вытащишь. Все, он там намертво останется. Видел я в одной передаче, в одном тележурнале про рыбалку была передача, и там рассказывался способ крепления какой. То есть вот здесь вот привязывали шнур к этой части, к нижней. И вот здесь вот сбоку, так вот, просто к этому уху, так вот вокруг приматывали леску 0,2. То есть в случае чего, если опять-таки якорь попадает в зацеп, при сильном рывке леска рвется, и, соответственно, якорь выходит вот таким вот образом из зацепа. Видел способы, где используют два шнура. То есть один привязывается здесь, второй здесь. И в случае зацепа, соответственно, якорь вытаскивается вот за этот шнур и также уходит из зацепа. Но есть вариант, что тут много ниток, что-то где-то еще шнуров, запутается, зацепится. И захотелось что-то такое сделать, чтобы, в принципе, объединить два этих способа. Сделать что-нибудь простое, красивое, ну, в принципе, быстрое в монтаже и как бы без всяких проблем. И родилась мысль сделать вот такую вот, скажем так, чеку или пружинку. Что она из себя представляет? Это подпружиненная проволочка, диаметр где-то в миллиметр. Вот. По жесткости также можно ее делать больше, меньше, ну тут зависит, что и как, какие условия. Смысл какой? Думаю, в принципе, уже, наверное, всем понятно. Просто привязывается к нижней части якоря шнур, а вот эта вот пружиночка, она вставляется в это вот ухо. Оп. Все. Соответственно, якорь спокойно в рабочее состояние взводится, бац, опускается, зацеп. Все. Пружина держит. В случае, если, не дай бог, где-то какая-то мертвый зацеп, резким рывком, естественно, просто она выскакивает из уха, и якорь поднимается за верхнюю часть и выходит из зацепа. Чем хорош еще этот способ? Ну, во-первых, больше уже в дальнейшем никаких зацепов не произойдет. Все спокойно уже дальше там по дну будет идти, не зацепится. Ну и плюс, если ловить с резиновой лодки, там ПВХ, ну как-то не очень приятно, когда вот если вот в таком положении, понятно, что здесь все-таки не острые края, но все равно не очень приятно, если зацепить, провести по борту лодки, как-то не очень. А так, скользь по касательной, пройдет, не повредит ни лодку, нигде не зацепится. То есть, простое приспособление, не хитрое. А довольно практично и удобно. В принципе, тут, ну понятно, жесткость можно регулировать любую. Это уже какую сталь можно и подпружинить. Так что, как бы даже есть возможности вот это вот все производить в больших объемах, но нет спроса, соответственно, нет предложений. Но как бы дело не в этом. Просто хотел вам показать такую задумку. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи!
Пока-пока.